Сегодня поговорим о ценах и посчитаем врачей в столичной поликлинике. Есть там особенные, и к ним не попасть. А еще подскажем, как подарить счастье на Новый год. Меня зовут Александр Тимофеев. Здравствуйте. На часах 15.07. Эталонов к окулисту уже не осталось. Работники регистратуры не знают, сколько выдали талонов сегодня и сколько выдадут завтра. Анастасия Мухина расскажет, почему десант офтальмологов в Абаканской поликлинике не решил проблему очереди. Ну вот, все вещи в узлах, в коробках. Усть-Абаканские переселенцы не могут заехать в новые квартиры. Артем Михалков выяснил, кто виноват и когда все закончится. По этому мосту ежедневно курсирует автобус номер 9, Саиногорск, деревня Богословка, и также школьный автобус. Не обманули. Дорожники починили мост в Богословке. Новогодних елок выбор просто огромный, 99 рублей. Например, вот такая метровая красавица стоит 669 рублей. «Хочу купить» поможет украсить дом к празднику и подобрать подарки для родных и близких сразу после нотабена. Бензин опять подорожал. Ходовой 92-й прибавил еще 30 копеек. Это второе повышение. В конце прошлой недели задали тон заправки «Газпромнефти». Там народная марка подорожала на 60 копеек. И вот опять «Газпромовские АЗС» накинули цену. На этот раз плюс 30 копеек. А теперь литр 92-го здесь отпускает по 36,90. Подтянулись вслед за «Газпромнефтью» и заправки «ХТК». Здесь прибавка 30 копеек и пока цена 36,30. На других крупных АЗС цены тоже поменялись, но не так резко. Например, Роснефть прибавила скромно 10 копеек, и заправляться здесь пока дешевле всего – 36,10. Отметим, на другие марки цены тоже на месте не стоят. Прибавили 95-й и дизель. Хозяин стафарширских терьеров, растерзавших ребенка на скамье подсудимых. В Алтайском районном суде закончились закрытые предварительные слушания и началось судебное следствие. Напомним, трагедия произошла в июне этого года в деревне Кайбалы. Там в одном из дворов жила и работала на хозяина семья с ребенком. Хозяйские собаки сделали подкоп в вольере и набросились на трехлетнего мальчика. Отогнать псов от ребенка никому не удалось. С тяжелейшими травмами он попал в больницу, где через несколько дней умер. Хозяин стаффордов проходит по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы. В Абаканской поликлинике работают новые врачи-офтальмологи, но проблема с очередями к специалистам пока не решилась. Всего там все по классике. Талоны, ругающиеся пациенты. Анастасия Мухина выяснила, решится ли проблема. Очень приятно. Не повезло, талоны закончились. В Абаканскую поликлинику прибыли новые врачи-офтальмологи из Республиканской детской больницы, но очередь не исчезла. Врачей мало. Всего двое. Сколько раз уже приходили? Ну, я вот второй раз прихожу. Я пришла, и они говорят, только талоны, а талоны мало дают. Как и раньше, медики выдают талоны в будни в 3 часа дня. На часах 15.07, а талонов к окулисту уже не осталось. Работники регистратуры не знают, сколько выдали талонов сегодня и сколько выдадут завтра. Оказалось, новые врачи – это усиление. Медики работают по полдня. Сначала в своих больницах, а потом в поликлинике. Заменяют местного окулиста, который находится в отпуске. То, что проблема есть, главврач не отрицает, но настаивает. Очередь движется в течение 14 дней, как и положено по закону. Если случай экстренный, то больному больница оказывает помощь в тот же день. У нас на сегодняшний день наших собственных специалистов всего 2 из 6 необходимых. Поэтому на 140 тысяч населения, которое на сегодняшний день прикреплено к нашей поликлинике на обслуживание, естественно, этих 2 врачей не хватает. Исправляет ситуацию Минздрав. Приглашает врачей из других городов. В прошлом году в нашей клинике устроились 120 новых врачей. В первую очередь вопрос стоит о жилье. Если бы сегодня мы как-то бы могли порешать вопрос, ну, может быть, какое-то ведомственное жилье, которое мы могли бы предоставлять приглашенным специалистам, я думаю, ситуация у нас бы поменялась. Потому что сегодня приглашаем действительно людей толковых, знающих и грамотных. В Абаканские больницы и поликлиники на данный момент требуется 152 доктора. Это касается как узких специальностей, так и врачей-терапевтов. Анастасия Мухина, Денис Тимербулатов, Новости, 7 телеканал.
Еще одна медицинская тема, ее обсуждают на федеральном уровне. С 1 декабря хирургическое прерывание беременности разрешено только в клиниках со специальной лицензией. В Хакасии это все государственные больницы. Изменения в законах с начала месяца есть и в других сферах. Автовладельцам, что ездят на шипованной резине, необходимо обзавестись наклейкой с буквой «Ш». Иначе штраф 500 рублей. Стоимость капремонта будет рассчитываться по новой формуле. Минстрой страны надеется, что так будет дешевле. А еще с начала нового месяца к нам перестанут завозить свинину и говядину из Бразилии, потому что пичкают там животных вредными стимуляторами. Есть опасность, что отечественные фермеры повысят ценник на мясо. В Саиногорске крепнет связь с Богословкой. На единственной дороге, которая соединяет город с деревней, дорожные строители отремонтировали деревянный мост. В аварийном состоянии он находился с весны. Порадовали деревенских жителей сотрудники Хакасавтодора. Эта организация и обслуживает лесную дорогу. Всего на этом участке 7 деревянных мостов через речку Уй. И дорожники откапиталили самые ветхие из них. Потратили почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. А мост получился не только крепким, он оборудован отдельной пешеходной дорожкой и металлическими ограждениями со светоотражателями. Для деревни это событие. Население Богословки всего 240 человек, но дорога тут оживленная. Кроме личного транспорта, по ней несколько раз в день ходят и пассажиры. Пассажирские автобусы. По этому мосту ежедневно курсирует автобус номер 9 Саиногорск, деревня Богословка, и также школьный автобус с деревни Богословка детей возит в Майна утром и вечером. То есть данный мост имеет социальную значимость большую. Дом есть, но жить в нем нельзя. Это об Усть-Абаканцах. Почти 300 сельчан живут в аварийных квартирах. А новые квадраты для них построены. Вроде бы радоваться надо, но что-то тормозит новоселье. Артем Михалков узнал, когда усть-абаканцы запустят кошек в новое жилье. Ну вот. Все вещи в узлах, в коробках. С сентября Мария Ивановна на чемоданах. Ковры скручены, одежда запечатана. И даже кошка Феня не может усидеть на одном месте. Некомфортно и людям, и животным здесь неспроста. Дом, где живет Мария Ивановна, признан аварийным. Сидишь в квартире, и вот такое ощущение, что вот ветер гуляет по квартире, потому что сквозняки, он трудно сказать, в каком месте. Вот пол ледяной, невозможно, вот зимой невозможно ходить, босиком невозможно ступить. Очень холодно все. При сегодняшней температуре, а за окном минус 14 днем, женщина протапливает свою трехкомнатную квартиру по 3, а то и по 4 часа. Ладно бы просто угля закинул и забыл. Нет, топит дровами. Ну, Марья Ивановна, иди давай, набирай. Это твое, не мое. А со стройки набрали? Соседи рассказывают, местная администрация давала уголь. Привезла, вывалила. Кто смел, тот успел. Кто на работе был, тот остался без угля. Таких, как Мария Ивановна и ее соседи, в ожидании переселения в Усть-Абакане 275 человек. Еще летом люди ждали 1 сентября. В этих многоквартирных домах переселенцы уже должны были обживать новые квадраты. Вот только 3 месяца в окнах никакой жизни. Хотя в домах есть и свет, и тепло. Заезжай с мебелью и живи. Исполняющая обязанности главы администрации Усть-Абакана Нина Леонченко говорит, давно бы расселили, но строитель подводит. Да. Вина застройщика, потому что у него было много недочетов, и он не мог получить заключение госстройнадзора для того, чтобы получить акт ввода в эксплуатацию дома. На сегодня, собственно говоря, вся причина в том, что нет акта ввода в эксплуатацию дома. На этой неделе документы будут готовы, пообещала чиновница. Строителям осталось еще много работы по благоустройству территории. Детские площадки, асфальтирование. Но это все в следующем году. Артем Михалков, Наталья Курцева. Новости. 7 телеканал. В Абакане пройдет фестиваль творчества инвалидов. 2 недели отборочные туры отдельно для детей и взрослых, а потом гала-концерты, песни и танцы 5 и 9 декабря. Далее другие новости коротко. Две трети жителей Хакасии за белую зарплату. Опрос проводил Пенсионный фонд в республиканских отделениях. 66% опрошенных хотят получать официальную зарплату, пусть даже меньшего размера, чем в конверте. В прошлом году честных было больше – 74%. В следующем году фонд капитального ремонта починит 202 дома. Это 12-я часть от плана ремонта до 43-го года.
Комитет по охране животного мира устроил облаву на браконьеров. Газета «Шанс» пишет, что в этом году инспекторы изъяли больше оружия, чем в прошлом. Владимир Путин предложил за первого ребенка платить матери прожиточный минимум. В среднем по стране это 10 500 рублей в месяц. Выплаты только тем, у кого доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума. Сотрудники заповедника «Земля леопарда» обнаружили 15 новых котят самой редкой в мире крупной кошки, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС. Специалисты заповедника обнаружили котят с помощью сети фотоловушек. Я знаю, что люди дарили книжки, люди дарили какие-то DVD-диски в свое время, люди дарили сувениры. Хочешь подарок? Вступай в клуб анонимных Дедов Морозов. Екатерина Лукьянова подскажет, как это сделать. Все думают, что кредит – это сложно. А у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить проще простого. Азиатско-Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без операции и без боли. Удаление новообразований кожи, лечение псориаза. Гарантированный результат. Вам понравится быть здоровым. Вы ждали этого целый год. Санифест будет. Счастливое будущее и мечты о собственном жилье становятся реальными, если за ними стоит реальная процентная ставка. Успейте воспользоваться уникальным предложением от строительной компании «Власта Инвест» и Сбербанка. Только сейчас ипотека всего 7,4% на квартиры в первой городской 17-этажке в центре Абакана с красивым видом на город. Подробности по телефону 32 22 77 и на сайте властаинвест.ру. Загадали новую кухню? Получите столешницу в подарок, а мойку из камня за полцены. Мебель в кубе. Вот это кухни! Лермонтова 25 и Пушкина 58. Дайте максимум шума! Мишаков и Давыдов набирают себе команды, чтобы выяснить, чей шар самый меткий. В первом сибирском турнире по боулингу «Шар мне в кегли». Слушай «6 утра», звони в эфир, пройди отбор и попади в команду твоего ведущего. Это новости продолжаемые. Почти 1 000 000 рублей из федерального бюджета получит наш театр «Кукол Сказка» на оборудование нового «Бэби-зала». Деньги артисты потратят на техническое оснащение, световое и звуковое оборудование. Театр купит профессиональный прожектор, контроллер для управления световыми приборами, медиаплееры, микрофон и много нужных вещей для бэби-зала. В нем на полу мягкие ковры, подушки и лежанки. Ходить на спектакли в этот новый зал смогут малыши чуть ли не с пеленок. Представление театра адаптируют для детей от 1 года. А официально зал для малышей откроется в эту субботу с премьеры сказки «Три медведя». И сейчас артисты готовят постоянный репертуар. Репертуар для самых маленьких зрителей. Рыбки, танкисты, Дарт Вейдеры вновь покорят Абаканскую гору. 16 декабря Радио Сибири в четвертый раз зовет всех на Санифест. Это, пожалуй, самый задорный зимний праздник, ведь его суть – это максимально фееричный спуск с горы. Скатиться на санях, сделанных своими руками, с музыкой, закидать зрителей конфетти, хорошенько поваляться в снегу – вот что нужно делать на Санифесте. В этом году участники заявляются в трех номинациях – одиночный спуск, семейный и коллективный, с друзьями или коллегами. Гостей и саночников ждут горячий чай и армянский шашлык. А Санифест – праздник семейный, поэтому детей можно и нужно брать с собой. А наши гости, а их приходят тысячи, люди дружелюбные, не употребляют спиртное на праздники и не оставляют после себя мусор. Подать заявку на участие можно на нашем сайте cityvsm.ru или в группе «Радио Сибирь» во ВКонтакте. А Санифест пройдет 16 декабря при любой погоде, но одевайтесь теплее. Зима все-таки. В Абакане открылся клуб анонимных Дедов Морозов. Вы можете подарить подарок незнакомому человеку, а он пришлет вам презент в ответ.
По замыслу организаторов акции должно произойти то самое новогоднее чудо из детства, когда утром под елкой лежит подарок от Деда Мороза. Обмен подарками незнакомых людей в Новый год – акция мировая и популярная. Чтобы в ней поучаствовать в Абакане, нужно зарегистрироваться, оставить свой адрес, не обязательно домашний, это может быть место работы или учебы, и, собственно, приготовить сюрприз. Что это будет и стоимость подарка определяет сам даритель, но стоит учитывать, что и вы получите какой-то презент. Накапливается какое-то количество людей, там 20, 30, 100, может быть, 1000 или больше, я не знаю, сколько это в конечном итоге получится. Компьютер адреса перемешивает, и каждому пользователю присваивается другой адрес, это именно адрес получателя. И каждый участник клуба должен отправить подарок на адрес получателя. Я знаю, что люди дарили книжки, люди дарили какие-то DVD-диски в свое время, люди дарили сувениры, символику, мягкие игрушки. Кто-то лично даже дарил, знаешь, что приносил там набор фруктов, но когда вот уже лично пришли и подарили. То есть ничем не ограничена фантазия. Свои подарки нужно отправлять по почте, поэтому регистрация участников до 15 декабря, чтобы почта успела доставить посылки адресатам именно к Новому году. Новый год – время обновлений, но ремонт – дело дорогое. А выход есть. Быстро преобразить ваш дом поможет текстиль. Шторы, накидки, подушки. Сейчас это можно сделать еще и с пользой для семейного бюджета. Дельный вечер расскажет, где выгодно переодеть квартиру. Текстильные тенденции на следующий год известны. Просто и со вкусом могут быть одеты ваши окна в 2018 году. Поэтому лучше выбрать не обычный магазин, а интерьер-салон. Плюс ко всему, к новому сезону у таких продавцов обновляется и ассортимент. И они помогут сделать действительно модный выбор. Например, шторы в стиле хай-тек. Современные, без лишних деталей, но многофункциональные ткани с металлизированным эффектом. Удачно будут смотреться в драпировке на окне и благодаря своему отражающему эффекту добавят света и пространство помещению. Есть двухсторонние ткани. Их используют не только на окнах, но и, к примеру, на подушках. Из одного отреза получатся разные. Немаловажно и то, что цветовая гамма широкая, и всегда можно подобрать ткани с одинаковым принтом, но разных оттенков. Новый год – самое время для того, чтобы обновить домашние интерьеры. Мужчины – лайфхак для вас. Подарочный сертификат на любую сумму станет желанным подарком для любой женщины. В салонах есть и готовые интерьерные решения, а желающим сделать окна неотъемлемой частью интерьера помогут дизайнеры. Можно в салоне, а можно и с выездом на дом. Придать законченный вид шторам поможет широкий ассортимент фурнитуры, гардины. Интерьер-салон «Мадам Шторкина» празднует свой юбилей. В честь дня рождения дарит подарки своим покупателям. В честь своего 5-летия сеть интерьер-салонов «Мадам Шторкина» проводит грандиозную акцию, главным призом которой является iPhone 8 и множество других призов. Стать участником этого розыгрыша может любой, кто сделает заказ в салонах «Мадам Шторкина» до 10 декабря. Мы приглашаем всех оценить великолепие наших тканей, разнообразие декора, и, может быть, вы станете обладателем заветного iPhone. Стать участником акции, выиграть iPhone 8 или другие подарки может любой покупатель салонов «Мадам Шторкина» в Абакане и Саяногорске. Розыгрыш 14 декабря на канале СТС. В Москве установят огромный елочный шар. Его диаметр 11 метров. Внутри новогодние игрушки поставят динамики и оборудуют танцпол. Играть в нем будут любимые новогодние песни, пишет Life. А в прошлом году елочный шар попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая светодиодная конструкция в мире. В Абакане такого новогоднего размаха, увы, не будет, но, надеюсь, город тоже скоро преобразится к Новому году. Через 2 минуты расскажу о погоде на юге Сибири. В мебельном магазине «Два капитана» на Складской 4А и Кирова 112 до конца месяца скидка 20% на весь ассортимент мебели. Спешите! Все думают, что кредит – это сложно, а у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить проще простого. Азиатско-Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый. Добавьте вкуса в рабочие будни. Попробуйте изысканный бизнес-ланч в ресторане «Марокко» на Кати Перекрещенко, 18В. «Марокко» – место самых важных встреч. Чтобы всегда в тепле зимою быть, товары из Монголии стоит вам купить. Ждем вас. Абакан, база «Веста», павильон 3/8. Нравятся плохие квартиры?
Неровные стены, ржавая вода из-под крана, холодные окна, плохая звукоизоляция и неудобные планировки? Нет? Тогда почему вы не покупаете квартиры от мехколонны номер 8? Скидки на игрушки до 80%. Магазин «Экстра» Пушкина 99D. Алюминий рождается, чтобы стать частью нашей жизни. Он помогает быть ближе к тем, кто дорог. Вдохновляет на пути к мечте. Дает веру в себя, когда сил уже не осталось. Помогает побороть страх и стать сильнее. Но иногда история алюминия заканчивается. Чтобы начаться заново и стать частью чего-то большего. Подняться выше. Обогнать время. Покорить небо. Прикоснуться к неизведанному. В Аскезе начался шоколадный бум. Это акция в поддержку малообеспеченных семей. До конца декабря все желающие могут принести сладости, шоколад, конфеты в Аскезский молодежный центр. Приносить можно и игрушки, новые или в очень хорошем состоянии. Добрые дела, в Новый год теплая традиция. Жаль, на улице погода тепла не обещает. А в Минусинске и Кызыле ночью мороз, -20, -21, ночная температура в Абазе -15, а в Свиногорске и Красноярске 10 мороза, без осадков, а днем теплее. -5, -6. В столице Тувы днем 16 мороза, а в Минусинске -10. О погоде в Абакане и Черногорске расскажу после информации от генерального спонсора прогноза. Это специализированный павильон «Текстиль». Приближаются новогодние праздники, а это значит, самое время позаботиться о подарках для своих близких. Мягкие и уютные пледы, стильное постельное белье, теплые одеяла и подушки от специализированного павильона «Текстиль» станут отличным презентом и подарят вам здоровый сон. Всегда в продаже чехлы на мягкую мебель от 1900 рублей. Богатая цветовая гамма, высокое качество и доступные цены. Павильон «Текстиль» находится на китайском рынке с обратной стороны кафе «Ханой», рядом с отделом «Ковры». 9 и 10 декабря Краеведческий музей приглашает на большую новогоднюю ярмарку. Мастера из Хакасии не только покажут украшения для дома и елки, дизайнерские вещицы, сувениры, игрушки, а будут и фотозоны с Дедом Морозом и мастер-классы. Погода в начале декабря будет такой же, как и сейчас. Морозно, но не слишком. Ночью в Абакане, Черногорске -20, а днем -11, без осадков, безветренно. А спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Свои новости сообщайте по телефону редакции 220-2700. Нотабаны в прямом эфире в 7 вечера. Смотрите и в соцсетях, во ВКонтакте, и Одноклассниках. Трансляция идет и на YouTube. На этом с новостями все. Хотя нет. Сегодня отличный вечер, чтобы устроить близким маленький праздник. Они этого заслужили. Советую. И вот на этом все. Увидимся.